Уже не единожды погода испытывает тружеников села на прочность. В этом году особо досталось аграриям Березовского района. Проливные дожди, кстати, долгожданные, не вызывают сегодня улыбки. Не до радости и руководителям, и работникам. Водой залиты поля со всходами зерновых, кукурузы. Страдают посевы свеклы и картофеля, технические культуры. В открытом акционерном обществе «Винец» ураган и град, пролетевшие два дня назад, буквально положили ячмень и залили 300 гектаров зерновых и 500 гектаров многолетних трав. Мелиоративные каналы просто не справляются с поступающей водой, но руки опускать не стоит. Нужно справляться с ситуацией. Ведь не зря в наших условиях летнюю страду называют битвой за урожай. По травам, я думаю, что мы их все равно уберем. Пройдет какое-то время, может быть, дней 5-7, и вода должна уйти. Будем надеяться на то. Хотя вот эта стихия вчерашняя, она не то что один день. Она предыдущие все дня 3-4, она практически здесь повторялась. Вот. Что касается травы, мы спасем, а что касается посевов зерновых, я так думаю, что, может быть, некоторые из них тоже придется убирать на зеленую массу и потом пересевать. Удрученный председатель СПК «Междулесье» Вячеслав Ерощик разводит руками. Урожай обещал быть сказочным. Все делали по технологиям, по новым методикам вспахивали и удобряли. Продумали, кажется, все до мелочей, но с погодой не поспоришь. Сегодня на немалой части полей со всходами стоят озерца. Ростков свеклы и картофеля не видно, обидно до слез. 11 хозяйств Березовского района пока, по предварительным прогнозам, могут потерять 5-7% урожая. Примера вчера буквально в 16:45 и на протяжении полтора часа шквалистый ветер, практически за 50 метров стояла свинцовая стена вот этого ливня, и осадки обрушились, ну, еще таких вот, допустим, как взять 17 мая или 19, еще таких не было. Пострадала в первую очередь, ну, все культуры, которые у нас произрастают, значит, по свекле. Это уже сейчас визуально видно, вот что на данный момент где-то гектару 10, то есть 15 площадей, 15 гектаров площадей у нас находится под водой, это будет 100% гибель. Что касается кукурузы, из посеянных 835 гектаров кукурузы на силосе на зерно, значит, гектару 60 тоже находится под водой, это будет практически 100% гибель. Повреждены растения рапса. Плюс к тому, и на сегодня некоторые площади находятся в подтопленном состоянии. А вот то, что выпал град на рапс, где-то есть уже сбито, уже это урожайности центров 5-7 недобор будет. То же самое по свекле. На целом, если взять по району с 1800 гектаров, так гектары где-то в пределах, по целом наберутся до 100 гектаров, которые уже они... Гектару под 300 на сегодня находится в подтопленном состоянии. Хозяйству Междулесье повезло особо. Помимо того, что посевы повредил град, поля залило водой, так порядка 50 гектаров просто вспахали дикие кабаны. Верно говорят, беда одна не приходит. Но все-таки отчаиваться не стоит. Необходимо максимально напрячься и сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия. Глава региона Константин Сумар считает, что безвыходных ситуаций не бывает. Ситуация не очень-то хорошая. Потому что получается серьезное переувлажнение, каналы начали выходить с берегов, приема воды нет абсолютно, все переполнено, поэтому здесь есть опасность первая. Во-первых, это повлияет на затоку качества кормов. Хотя мы стараемся сейчас все минимизировать, но если вот так дожди будут продолжаться, а примерно прогноз такой до 2-3 июня, вот такая неустойчивая погода, то это в какой-то степени скажется негативно. Это первое. Второе, очень серьезно приостановлены работы по химической защите пропашных культур. Я имею в виду кукурузу, я имею в виду свеклу, сахарную картошку. Но самое главное, надо уже проводить защитные мероприятия по зерновой группе, по рапсам и так далее. Поэтому это тоже сдержит в какой-то степени, хотя мы используем любую погоду, ну, в час-два, и работу эту проводим. Но тут другая беда, не влазим иногда в поле, потому что трактора грузнут, и кроме вреда ничего не делаем. Поэтому есть в этом проблема, но
Вот то, что мы сейчас сделали до этого времени, мы уже убрали все-таки траву первым косом более 42%. Там корма мы положили очень хорошие, ну, добротные и качественные. И я думаю, что вот сейчас вот мы применяем именно всепогодную заготовку кормов. Там, где, во-первых, нельзя влезть, то уже пускай хоть трава немножко перерастет, но мы потом уберем, и там будет больше пользы, чем вреда. А все остальное мы убираем с влажностью, которая позволяет нам делать так называемое витаминное сено, закладывать сенажи. Но здесь только делаем корректировку на увеличение консервантов. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».